можно использовать вместо зеркала заднего вида в движении. Готово? Агрегатом мощностью 240 лошадиных сил. В плюсе с легкой конструкцией кузова дает потрясающее ощущение за рулем. Плюс новая подвеска. Машина в повороты входит как практически спортивный болид. Как вы видите, очень динамичный автомобиль. Подвеска эргономная. Комфортно, очень здорово. Отличная машина. Проходим лежачий полицейский. Никаких ударов, скрипов. Камера заднего вида установлена сзади, дает нам возможность использовать ее в движении, что дает нам преимущество на дороге. Ее можно пользоваться как камерой заднего, как зеркалом заднего вида. Также вам, наверное, сейчас не видно, на данном автомобиле присутствует новая функция для Jaguar, как проекционный дисплей. Тоже очень удобно. Не надо отвлекаться на приборную панель. Все перед глазами. Основные преимущества, конечно, данного автомобиля ощущаются именно за рулем. Очень хорошо едет. Задатки полноценного спортивного автомобиля. Подвеска здесь спроектирована с учетом опыта F-Type. Также автомобиль очень легкий, алюминиевый кузов, 240 килограммов весит кузов без обвеса, то есть без дверей, без крыльев, и 360 уже с ними. Потрясающие динамичные характеристики. Все наши клиенты, которые уже успели прокатиться на данном автомобиле, они это по достоинству оценили. Также можно перейти в спортивный режим, и будет очень динамично. Собственно говоря, вот она проекция. Сейчас уже снимаю.